Путешественница из Набережных Челнов, которая отправилась в Магадан на велосипеде в сопровождении таксы Капы, сделала остановку в Канске. По словам Анны Смолиной, на такое странствие она решилась из-за сложного периода в жизни. Девушка составила список, что она любит больше всего, и оказалось, что это собака, велосипед и путешествия. За спиной у нее уже 4000 километров. Их девушка преодолела за 3 месяца. Впереди больше половины пути. В Магадане Анну ждет ее мама, которую она не видела уже несколько лет. Я последние 20 лет жила в Москве, и в Москве такая напряженная обстановка. Ощущается вот эта безумная динамика, насколько люди загружены вообще своими проблемами, какими-то приоритетами, которые нам навязывает и сама жизнь, и система, скажем так. Вот, я сама стала такая же, чувствую, какая у меня вот есть нехорошие моменты, негативные внутри. Сейчас, когда я еду в этом путешествии, меня, конечно, покоряют люди. Мне часто писали, что в Сибири очень добрые люди. Ну, пока сама не увидишь, не узнаешь, не распробуешь, конечно, не поймешь. И сейчас я еду, и действительно убеждаюсь, что это так. Потому что много разных случаев, когда люди поддерживают.